Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова. В 15-м каталоге Oriflame появилось несколько новинок. В основном это аксессуары. И я хочу вам сейчас их показать поближе, рассказать мои впечатления, чтобы мы вместе их потрогали. И я вам скажу, что мне понравилось, а что не понравилось. И начнем мы с одного из моих, можно сказать, любимых разворотов. Это тот самый разворот, где представлен крем для ног с черешней и миндалем. Он невероятно, во-первых, красивый сам флакон, 75 миллилитров. Наслаждение ароматом, наслаждение кремом, густым, жирненьким, таким просто вот классным. Отлично впитывается крем. Так, я его втираю в свою руку. Не теряйте меня, я просто обожаю аромат вишни, черешни. Когда у нас, помните, был смягчающий бальзамчик для губ, то с вишней он появлялся буквально пару раз. Я обязательно покупала несколько штук, никому не показывала и всех использовала сама. То есть крем впитывается не быстро, он густой, он жирный, он отлично подойдет для сухой кожи ног. Если вы им будете пользоваться, то однозначно ноги будут мягкими и ощущения будут, конечно, приятные. Еще такой аромат классный. И самое главное, что к этим самым ножкам у нас вышла новая пилочка. Сейчас я ее вскрою. Пилка приходит запечатанная. Я отрываю один кончик и извлекаю пилочку. Что мне понравилось? Гармония цветов. Смотрите, как красиво они смотрятся вместе. Двухсторонняя пилочка Oriflame, она идет с изгибом. Если вы ранее заказывали такую пилочку, у нас была в таком темно-зеленом цвете, то вы знаете, что с одной стороны более грубая терка, а с другой понежнее. Ну, кстати, здесь я отличий не вижу. Интересно, посмотрим, что указано в каталоге. Не указано, что они разные, и на ощупь, вот по ощущениям, я не вижу, что они сильно отличаются. По крайней мере, вот предыдущая была действительно разница сильная. С одной стороны, прям такая грубая, крупная наждачка, а с другой была более мелкая и гладкая. В этой же отличий нет. Может быть, это и хорошо, потому что хочется прям хорошенько натереть свои пяточки, чтобы они вот просто блестели и сверкали. Так что это я рекомендую, этот набор. По 119 рублей каждый продукт. И, конечно, это будет и прекрасным подарком для себя, и, может быть, классным подарком для кого-то из близких, так как нас ждут скоро праздники, Новый год, январский. Всегда хочется сделать какой-то приятный подарок, и я всегда предпочитаю дарить вот такие продукты, которые будут служить, доставлять удовольствие. И я не люблю дарить шоколад, во-первых, он не полезный, во-вторых, он съедается и забывается, а вот эти продукты, они всегда будут напоминать о нас, и люди хотят заказывать такие классные продукты. Следующий продукт, который я вам хочу показать, это косметичка. Сейчас я ее открою в нашем каталоге, чтобы сказать вам цены. Во-первых, я ее сначала даже не заметила, потому что она на страничке 72, маленькая, буквально вот в уголочке запрятана. Стоимость ее 799 рублей. Вот так вот выглядит сама косметичка. Черная, сверху какая-то ткань, напоминающая как трикотаж. Ну, я бы не... Нет, она не тянется, но вот на ощупь она мягкая, как трикотаж. А здесь просто какая-то непромокаемая ткань. То есть, на мой взгляд, косметичка какая-то скучная, неинтересная. Ну, по крайней мере, я на такие вещи не западаю. Но идея классная. Смотрите, когда мы раскрываем клепку, вот так открываем клепку, то здесь нас ждет косметичка, то есть полноценная, на молнии, куда мы можем убрать косметику, какие-то, да, продукты, тональные средства, маскирующие, тушь, помада, пудра. То есть она достаточно вместительная по размеру. А с этой стороны, то есть как бы накидной клапан, здесь у нас под пленочкой мы можем прятать
как раз кисточки положить, карандаши, ту же тушь, потому что она большая, в отдельный отсек. То есть идея вот такой косметички мне, конечно, очень понравилась, потому что я всегда вожу с собой, если куда-то еду, у меня отдельная косметичка с кистями, отдельная с косметикой, а здесь получается два в одном. Но вот был бы дизайн поинтереснее, я бы себе такую заказала. Вот, поэтому вы смотрите сами, выбираете, нравится вам. Если такая косметичка, то обязательно ее заказывайте, потому что указано, что здесь ограниченный выпуск. То есть разберут, и больше вряд ли вы ее увидите. Следующий продукт, который я вам хочу показать, это кисть Giordani Gold. Я сейчас ее открою в каталоге, потому что эта кисть точно достойна вашего внимания. Итак, стоимость кисти 499 рублей. Она придет вам в такой коробке, как мы уже привыкли. Giordani, вся линейка всегда упакована в стильную упаковку, черную с золотом. И вот такая кисть, невероятно удобная для нанесения тональной основы. Вот именно такую кисть нужно брать, а не плоскую, потому что этой кистью, которая такая набивная, с упругим мягким ворсом, и еще она скругленная, то что позволит хорошо пройтись во всех таких вот потаенных местечках, нанести тональную основу, мне очень нравится этот вариант. Даже долгое время я пользовалась только кистями, и совсем недавно я начала пользоваться спонжем, потому что просто захотелось перемен. На самом деле кистью наносить тональное средство очень удобно, получается тонкое мягкое покрытие, можно наслаивать один за другим слои. И мне понравился дизайн кисти, у нее такая удобная ручка, не скользкая, черная, тоже с логотипом Giordani, а сама кисть обрамлена золотым металлическим корпусом, который ее держит, чтобы ворс сидел плотно в кисти. Поэтому кисточка очень классная и крутая, я ее рекомендую к заказу. Следующий сюрприз у нас очень приятный сюрприз, это наборы аксессуаров бижутерии. На страничке 90 и 91 нас ждут два очаровательных набора, которые вы получите в таких серебристых коробочках. И в одном наборе нас ждет комплект украшений в классическом стиле, ожерелье и гвоздики. Так, начнем с первого набора. Кстати, поверхность у коробочки такая шершавая. Прикольная. Внутри мы раскрываем, уже выглядывает кристалл, и извлекаем наборчик. И он здесь тоже так упакован, получается, мы снимаем бумажечку, и вот на такой подложке бархатной, с одной стороны поролон, а здесь бархат, как раз лежит вот эта вся красота, то есть цепочка и кристаллы. Кристаллы достаточно крупные, очень яркие, эффектные. Сейчас я извлеку цепочку, и мы посмотрим ее размер. Так, 45 сантиметров длина цепочки, и плюс дополнительно еще 6 сантиметров, которые вам могут тоже позволить удлинить цепочку, чтобы вот этот вот красивейший кристалл уже располагался чуть ниже или чуть выше на вашем декольте, так скажем. Мне кажется, очень красивое украшение, такое лаконичное, в то же время привлекательное, и я бы его назвала однозначно праздничным украшением. И посмотрим, как у нас организованы гвоздики. Все вот так извлекаете, хорошее крепление, как вы услышали, оно такое тугое, будет хорошо держаться. И вот такой вот милый-милый гвоздик. Я, например, очень люблю такие кристаллы, когда просто поблескивает в ушке, это так красиво, так нежненько. В общем-то, набор мне этот очень нравится. Стоимость набора 999 рублей. А во втором комплекте нас ждет с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 наборов гвоздиков
разных абсолютно форм, разных вариациях на любое настроение. Мне кажется, даже такие наборы можно заказывать для на 2-3 человека, то есть разделить, кому какие больше понравились. Я бы, например, себе взяла ключики и цветочек, мне очень понравилось, трехлепестковый цветок. Давайте посмотрим поближе эти украшения, чтобы вы могли иметь представление, как это все выглядит в деле. Вторая коробочка у нас идет с набором серег в стиле минимализма. 899 рублей стоимость всего набора. Мне кажется, это очень удобно иметь такой наборчик. Мы открываем шуршащую бумажечку. Придется оторвать. Вау! Вау, как я хочу эти ключи! Я обожаю такие маленькие приятные штуки. Смотрите, ключики. Вот мне очень понравились эти цветочки, лепесточки. Смотрите, какой шикарный кристалл в обрамлении, в золотом обрамлении. Жемчуг, это классика. Такие небольшие пусеточки с тремя кристаллами. Большие кристаллы в серебре. Вот то, что мне нравится, здесь сочетание есть и золотые под золото изделия, и под серебро. Мне кажется, это вот прям универсальный набор, который пригодится в течение жизни под разные наряды, под разные настроения и разное время суток. Что-то подойдет и на вечерний вариант с такими крупными кристаллами, а что-то будет классно в дневное рабочее время. Такая классика. Ну что, понравился набор? Обязательно напишите в комментариях, какие бы вы себе хотели наборы заказать. Или выбрали бы вы, например, что-то одно. Вот я бы точно взяла ключики и лепесточки. Очень прикольные. Вот такой у нас получился небольшой обзор новинок из каталога. Если это видео вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всегда рада вам. До новых скорых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.